Внимание на экран. Сейчас у нас будет обзор вот этой чудесной сумочки, которая идет в распродаже. Стойкий вау-эффект с 24 по 29 сентября. Стоимость сумочки 549 рублей. Не забудьте отнять 20% скидку. Итак, с вами Лилия Донскова. И вот она, эта сумочка чудесная. Так она выглядит, как большой кошелечек. У нее и очень интересная текстура, такая ребристая. Надо приблизить как-то. То есть она не скользкая, не глянцевая, то есть матовая и такая вот с черточками. Интересно. Тут у нас красивый клапан на клепке, застежки. Внутри есть большое отделение. Потом для визиток, прав, например, и карточек. Далее большое отделение, еще одно большое отделение и отделение для мелочи. И тут уже как раз лежит что-то из мелочи. Да, 10 рублей. Итак, давайте попробуем наполнить эту сумочку, что в нее поместится и какая у нее вместимость. Сначала положим карты, права. Права, карты, карта. И еще несколько штук можно вместить совершенно спокойно. Они очень удобно их отсюда брать, потому что кармашек застрочен как раз, чтобы не проваливались карты глубоко. Далее кладем денежки. Кладем денежки. Ну, например, салфеточку с собой нужно взять. Кладем салфеточку. Телефон. Кладем телефон. Пробуем, как закрывается сумочка. Да, пока все отлично. Меня спрашивали, поместится ли еще пудра, помада, карандаш. Давайте попробуем. Пудра, карандаш, карандаш, пудра и, ну, допустим, блеск. Помада очень толстая, вот так блеск. Пробуем. Закрыть уже достаточно сложно, если вы видите. О, можно, но сложно. Я думаю, что в этом нет необходимости, потому что он становится пузатый, неинтересный, как будто он сейчас лопнет. Поэтому вынимаем эти все штучки. Помаду можно носить стойкую и с ней ходить целый день. Вот это первая его прелесть. Вторая прелесть, то, что можно пристегнуть такой ремешок. Он немножко гремит, не буду его теребить. Сбоку есть специальные маленькие золотистые колечки. И карабинчиками вот так легко пристегивается ремешочек. Эту сумочку удобно носить через плечо или перекинув через голову наискосок. Она очень круто смотрится. Это одна из моих любимых маленьких сумочек, которые я всегда беру с собой в путешествие. Поэтому очень рекомендую. Классная сумка, классная цена. Вот. До новых встреч, классных вам покупочек. Пока-пока!